Заместитель мэра Магадана Виктория Вебер уходит с поста. Проработала она в муниципалитете более 20 лет. В 1994 году окончила Магаданский государственный педагогический институт по специальности учитель истории. В 2008 году Виктория Вебер стала заместителем руководителя департамента ЖКХ мэрии областного центра. С 2013 года заммэра. Губернатор Колымы Сергей Носов поблагодарил Викторию Викторовну за подготовку программы «Столица» и вручил памятный подарок. Я хочу поблагодарить вас за ваше внимание, за вашу поддержку, за вашу помощь, за оценку моего труда. За 27 лет моей работы в муниципалитете мне удалось и где-то даже посчастливилось поработать со многими, кто сегодня присутствует в этом зале. Уважаемые коллеги, у вас впереди грандиозные планы, и я уверена, что они будут действительно достойно реализованы.